небольшое количество масла. Это может быть тхандвантарам тайла, это может быть кункумади, кункумади масло, это может быть кокосовое, кунжутное. Марма-точки, они любят масло. Поэтому не жалейте. Не жалейте масло, пожалуйста. Вы можете нанести его на все лицо. Но мы сейчас будем работать с овалом. Точки на подбородке регулируют гормональную систему нашего тела, а особенно область яичников и промежности. Поэтому мы сначала фиксируем наши пальцы на подбородке. Указательные пальцы находят точечки, ямочки в челюсти. Там даже будет такая легкая болезненность. Снизу пальцы слегка прижимают кожу, не надо сильно. Сверху давление может быть чуть больше. Мы можем совершить несколько вращательных движений на подбородке. Дышим в эту область. Мармы требуют нежного к себе отношения, настойчивого. Они требуют времени и спокойствия. Мы совершаем круговые движения. Дышим в эти точки. Перемещаем руки в уголки глаз, в уголки губ. Нажали. Держим. Это стимулирует аппетит. Это стимулирует пищеварение. И переместились на точку под носом. Достаточно сильно нажали, болезненная точка. Так сделали 3 раза. Подбородок. Уголки губ. Нос. Под носом достаточно сильно нажали. Подбородок. Уголки губ. Нос. Теперь у нас уже нанесено масло. Мы будем двигаться от подбородка вверх. Зажали кожу достаточно нежно. Мы не тянем никуда, а просто мягко, медленно проводим по дуге. И идем в височную область вдоль ушей и останавливаемся на висках. И делаем вращательные 10 вращательных движений назад, как бы колесики назад крутятся. 2, 3, 4, 5, 6. Не спешите. 7. Сильно нажимать не нужно. 8. И замедляемся. 9. Это волшебство, которое происходит сейчас с нами. Оно не требует нажима. Еще раз. Подбородок. Ведем. Вы сейчас видите состояние моего лица, оно не идеально. Я буду делать данные упражнения 40 дней. И потом пришлю вам результаты. 5, 6, 7, 8, 9. 10. 3-й раз. Раз. 2. 3. 4.
5, 6, 7, 8, 9, 10. И обязательно помассировали уши. Уши. Верхняя часть ушей – это область копчика. Разогрели как следует. Если вам требуется еще масло, взяли еще масло. Как следует, как следует, как следует. Прошлись по всему уху. Дошли до мочки. Это наши зубы, это наше зрение. Вот здесь внизу это наши надпочечники. И внутри уха помассировали. И самое главное, сосцевидный отросток. Это косточка, которая расположена за ушами. Мы также 10 раз делаем круговые движения по часовой стрелке. Разогреваем. Должно появиться такое приятное тепло. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И мягко-мягко-мягко поехали вниз по грудинно-ключично-сосцевидной мышце до области ключицы. Мягко-мягко-мягко. Один палец снаружи, другой внутри. И здесь вот так же остановились пальчиками над ключицами. И сделали 10 вращательных движений. Раз. Мягких-мягких-мягких. 2, 3, 4. За ушами такое тепло, горячее. 6, 7, 8, 9, 10. И вот на вырезку, вот на эту положили, пальчик просто положили и поговорили со своим сердцем, сказали, что я тебя слышу, погрели вот эту область грудины, я тебя люблю, я доверяю, я живу.